Правый начни. Правый. Передний. Влево заходи, влево крути. Вот и в сторону влево входи. Сразу с правой начинай. Раздергивай. Саш, надо, не стоит, работай. Давай, правый. Хорошо, левый. Левый начинаешь. Так, правый. Правый. Пошел, правый. Вот и все, что долго. Раунд. Дай, пожали руки. Дай. Сразу. Влево, влево. Челноке, работай в челноке, к нему подойди. Максим, лев. Вот. Стоп. Третий раунд. Третий раунд. Дай. Вот давай сам. В этом бою победу одержал Бочкарев Максим и занял первое место весовой категории до 45 килограммов. В этом бою, ввиду явного преимущества, победу одержал Богданов Никита, город Бугульма, и занял первое место в весовой категории выше 57 килограммов. Thank you.
стопку. Отдёрнул. Иди, зачем тебя жить? Стоп! Опа! Второй раунд. Лево-лево раздергивай, держи правую. Во! Надо правую. Победу одержал Несуфудинов Ильдар, наверное, сильный, и занял первое место в весовой категории до 48 килограммов. Вот так хорошо, парень! Чай ножками, хорошо!
Да-да-да, там лучше. О, отлично. Вот так, не разбрасывайся. Хорошо, лучше. Стоп! Вышел, наверное. Ром, точнее. Давай. Что ты машешь? Дави, дави, дави. Вот. Продолжай так, что так пускаешь? Ну че, так же как. Вот так, да. Точнее, к нему пошел. Вот, продолжай. Так, еще, так, сам начинай. Ножкой встречай. Вот так, сам начинай. Работай ножкой. Начинай. Убивай, вот так. Вот него, сам. Ну че, раз, два. Сам, Роман. Точнее. Получи раперкот боковой. Зайти надо. Дави, дави, дави. Вот так, хорошо попал. Нога. Еще, вот, еще. Еще порвал. На середину. В этом бою с раздельным решением судей победу одержал Серапионов. Первый раунд, тайм. В этом бою с раздельным решением судей
Победу одержал Маликов Иван, набережные Челны. Боковые судьи готовы? Сюда в красный угол, в синий угол. Первый раунд, тайм файт. Двигаться, Леха, застаиваешься опять. Маятник, маятник. Выше ногами. И к нему надо было сразу. Попадай, попадай. Двигаться. На ногах я казал. Он устал, он устал. Работай, работай тот. Молодец. А где подсечка? На очках, давай, в этом бою единогласным решением судей победу одержал Киямов Раиль, набережные Челны.